Магазин трейлеров, продолжаем удивляться. Вот этот вариант стоит 1018, ты говоришь, да? Да, с нуля. С нуля. А бэушный? За десятку можно. За десятку можно взять. Бак с водой снаружи, да? Да, вода, все это спокойно. Вода, газ. Генератор на тоже свой здесь есть встроенный, да? Кондиционер. Вот это все выдвигается, когда на стоянке для увеличения площади. Мы сейчас обойдемся, тут подключение коммуникации здесь. В принципе, все модели трейлеров, которые мы уже сняли на ролике, они все одинаковые. В плане подключения. Тут он даже наружный душ, наверное, чтобы ставишь когда сюда или мотоцикл, или велосипед, чтобы обмыть, чтобы грязь не нести. Все продумано, аж противно, да? Захожу сюда, посмотрю. Ох! Ну это же клуб на колесах просто. Клуб на колесах. Сюда, видимо, Flat TV ставится, DVD и все. И холодильник, и микроволновка, и все. Вот эта ситуация, когда кровать не рассунутая, а просто сунутая в дорогу. Весь маленький, она говорит, маленькая, понимаете? А он должен рассунуться, он рассывается. Не, он раздвигается, я думаю. Да, кровать уходит вперед, тогда получается место. Понятно, и там тоже какой-то закуточек. А туалет, наверное, здесь, да? Вот, 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 давай, наш туалет. А тут вот выход сюда и сюда есть. А, во, как тут сделан, Зин, вообще круто. Тут два выхода. Можно выйти, там вот так. Можно и вот так, и оказаться здесь прямо вот в спальне. То есть вышел тут, раз, помылся, а можно оттуда. И здесь дверка еще вторая закрывается. Два выхода. Один неделю живем в Неваде, другой.